Здравствуйте, в эфире новости Смоленска АЭС, в студии Татьяна Ионкина. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Возрождение школьной КВН-лиги. На плановом совещании с руководителями подразделений главный инженер предприятия сообщил о техническом состоянии Смоленской атомной электростанции. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3208 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Выработка электроэнергии с начала года составила 1,13 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 53 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В этом году клубу «Веселых и находчивых» Десногорска исполняется 20 лет. Юмористы-старожилы и организация молодых атомщиков Смоленской АЭС решили возродить школьный КВН. В Десногорске после длительной паузы вновь прозвучало «Мы начинаем КВН». Открытый кубок школьной лиги на призы профсоюза Смоленской АЭС организовали молодые атомщики. Сегодняшняя игра она показала то, что Десногорск на самом деле он изголодался по такому виду мероприятий. Действительно, потому что город должен жить не только там стандартными мероприятиями, которые проводят. В схватку интеллекта и юмора на тему «Новый 2017 год» вступили 5 команд от десногорских школ и Дома детского творчества. Ребята не только хорошо справились с приветствием, биатлоном и домашним заданием, но и нашли собственную изюминку. За 2 часа чего только не произошло. Повторили правила русского языка, помечтали о настоящей любви и ледовом дворце. Узнали, как выглядит самая счастливая семья. Ленивый двоечник, работница станции Олеся, удобряющая картошку ураном. Команды разноуровневые. То есть одни берут практически профессиональными движениями, работая с микрофоном, движениями на сцене, темпоритом, то есть ритмика сценическая. То есть они все это знают. Где прибежать, чего бежать, когда вовремя вытащить ширму. Другие вышли в театр разряженные, те же самые бременские музыканты. Но тем не менее, они же сделали образ. То есть каждая команда была узнаваемой. Команда школы номер 4 «Сила трения» всех перешутила, заработав кубок победителя и приз зрительских симпатий. Серебро взяла сборная Дома детского творчества «Светящаяся в темноте». Замкнула тройку лидеров команда школы номер 2 «Ноем в ковчеге». Специальный приз от профсоюза «Смоленская АЭС» достался двум игрокам – ученикам первой школы – Алине Каримовой из «Оливье» и Никите Кукину из «Светящихся в темноте». В программе, в плане мероприятий нашей организации молодых атомщиков – как бы, как говорится, забит кубок, посвященный 25-летию концерна «Росэнергоатом». Осенью будет, дети выйдут с каникул, мы их сразу возьмем в охапку и будем репетировать. Надеюсь, тоже порадуем, как и сегодня, искрометной игрой. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.